А все-таки классно мы в прошлый раз проучили Брюса с его дружками. Ну да, будут знать, как обижать младших. Молитесь, мелкие, сегодня конкурс по отжиманию. И когда мы выиграем, мы будем развлекаться на дискотеке, а вы послушно займетесь уборкой. Ну почему же сразу уборкой? Может, мы вас победим? Это будет весело. Пойдем, ребят. Четырнадцать, пятнадцать. Эх, а так хорошо начинали. Что ж, на этот раз победу одержала команда Брюса. Поздравляем! Отлично! Поскорей бы уже на дискотеку. Ну что ж, я думаю, не стоит затягивать с выигрышем. Вот ваша заслуженная награда. Что? Ты усатый совсем, что ли? Эти, значит, на дискотеках отрываются, а нам какие-то дурацкие конфеты! Ну зачем же вы так, ребятки? Главное ведь не подарок, а участие. Все с вами ясно. Пошли, ребят, ловить здесь нечего. Чтоб я еще раз участвовал в этих дурацких конкурсах. Эх, опять с дискотекой облом. А мелкие сейчас над нами сидят, небось, и смеются. Еще бы! Видели бы вы их довольные рожи, когда Головин нам конфеты вместо дискотеки вручил. Короче, надо этим мелким отомстить. Я уже придумал, как это сделать. В общем, план такой. Привет, ребята. Брюс, опять ты? Что опять не так? Мы не виноваты, что вас не позвали на дискотеку. Нет-нет, я уже не сержусь. Да и к тому же, сегодня последний день в лагере. Так что я к вам с предложением. Что еще за предложение? В общем, давайте уже мириться раз и навсегда. Мы с ребятами хотим вас позвать попить с нами чайку со всякими вкусняшками. Тут недалеко от лагеря есть одно местечко. Ну даже не знаю, темнеть скоро начнет. А тут в лагере нельзя? Не переживайте, посидим полчасика и вернемся. Вот это место, заходите. А ты точно уверен, что нам сюда? Конечно, там уже стол давно накрыт. Или вы не хотите мириться? Обманули дураков! Брюс, вот негодник! Это уже совсем не смешно! Открой дверь! Ага, сейчас! Будете сидеть здесь, пока мы вас не выпустим! И да, чуть не забыл! Мы слышали, как вожатые между собой разговаривали, что по ночам в этом сарае появляется призрак! Так что приятной вам ночи! Что-то они там совсем притихли. Э, малявки! Кто теперь самый умный? Ау! Или вы от страха говорить разучились? А может, с ними что-то случилось? Вдруг их это привидение утащило? Да что с ними может случиться? Спасибо за поросят. А вот котов я еще ни разу не пробовал. Ну как, не переиграли? Да не, в самый раз. Здорово, что вожатый все видел и выпустил нас из того сарая. Ага, и идея с призраком тоже была классной. Я и не знал, что дядя Генри так здорово умеет перевоплощаться. Теперь это привидение нас сожрет. Я домой хочу.